Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем, как отучить котенка царапаться. Котята очень подвижные и игривые. Неудивительно, что в порыве азарта они часто теряют контроль и начинают кусать и царапать своих хозяев. Соблюдайте личное пространство животного. Порой причина ваших страданий – невозможность уединиться и отдохнуть. Кот в шумной обстановке дремлет, но не спит, находясь в постоянной готовности к появлению опасности. Так хроническое переутомление приводит к раздражительности и агрессивному поведению. Обеспечьте котенку возможность прятаться где-то высоко. Это может быть специальный домик или просто место на полке, куда он сможет добраться. Кошки чувствуют себя в безопасности, наблюдая за окружающей обстановкой с высоты. Вспомните дворовых котов, которые при малейшей опасности забираются высоко на дерево. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Соблюдайте распорядок дня и питания. Устоявшийся режим является психологической опорой для животного. Место, где котенок принимает пищу, также должно быть тихим и спокойным. Иногда встречается и так называемая идиопатическая агрессия. Она может возникнуть как у котенка, так и у взрослой кошки. Причину определить не всегда возможно. Чаще всего такое случается после перенесенного сильного стресса, болезни или гормонального сбоя. Но такая патология является очень редкой. В большинстве случаев котенка можно успешно отучить кусаться и царапаться, особенно если делать это сразу с момента его появления в доме. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.